Для исполнителя Александра Жвакина, известного под псевдонимом Локдог, «Золотой граммофон» – новый и ответственный опыт. Александр стал первым исполнителем музыки в стилях электро-рэп и хип-хаус в эфире русского радио. Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и дождь, но никто не виноват. Что нам стало смеяться с тобой трудней. Мы остались одни, жизнь не стала ясней. Жду, когда ты придешь. А мне хочется быть с тобой, но это не мыслимо. На расстоянии выстрела держаться с моею единственной. Так хочется быть с тобой, но это не мыслимо. Чтоб сердце попавшая мне стрела сломалась без мыслина. На расстоянии выстрела держаться с моею единственной. Чтоб сердце попавшее мне стрела сломалось без мыслина. Твои глаза горят, ты не поменялась с наших первых встреч. Все, что я хотел, это тебя уберечь за шириной своих плеч. Но в сотый раз подряд ты стала замечать, что я куда-то плыву. Хоть жизнь была похожа на сон наяву, жизни свойственна тень. А мне хочется быть с тобой, но это не мыслимо. На расстоянии выстрела держаться с моею единственной. Так хочется быть с тобой, но это не мыслимо. Чтоб сердце попавшее мне стрела сломалось без мыслина. На-на-на-на-на-на. На расстоянии выстрела держаться с моею единственной. На-на-на-на-на-на. Чтоб сердце попавшее мне стрела сломалось без мыслина. Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Лишь длинный гудок. А мне хочется быть с тобой, но это не мыслимо. На расстоянии выстрела держаться с моею единственной. Так хочется быть с тобой, но это не мыслимо. Чтоб сердце попавшая мне стрела сломалось бессмысленно. На-на-на-на-на-на.